Ребяткам надо написать, что мы готовы, и... И можно начинать, можно начинать. Так, друзья, просто самый сладкий матч на этом зотаке. Эвил против Павла. Напоминаю, что это еженедельный турнир номер 14. Номер 140, конечно. Просто 14 это первые две цифры, так сказать. Не числа, первые две цифры этого числа. Вот, да, короче, как-то так Эвил сделал фраг в самом начале. И это, наверное, должно ему очень сейчас сильно помочь, поскольку Эвил такой паренек, который частенько любит ломиться. А вот, может быть, вот это... Вот этот вот фраг поможет ему избежать каких-то, не знаю, может быть, серьезных ошибок. Вообще очень интересно понаблюдать сегодня за игрой Павла, поскольку вчера на res.su я его не видел. Он, как он выразился, был где-то там на свадьбе, видимо, гулял у кого-то. Ну, вроде бы не на своей, кажется. Так, просит тут донат инвайт. И пароль тоже написать. Все хорошо. Вот конкретно по игре. Сейчас очень большая проблема у Паши в том, что он уже три фрага отдал, да, ну это как бы очевидно. А во-вторых, ему крайне тяжело сейчас забирать айтемы на карте, потому что Эвил все отконтроливает. Вообще пошла новая мода играть DM13, знаете ли. То есть если раньше ребята очень там жестко халдились как-то, да, вот старались там аккуратно очень играть, там очень много овертаймов было на DM13. Я DM20 сказал, DM13, конечно же. Вот, то сейчас с увеличенными модельками хитбокса все старают жестко контролировать карту. Просто, да, то есть сделать фраг где-то в самом начале и потом уже стараться, то есть просто задушить стенами. Вот немножко стиль похожий на игру на Аэроволк. Знаете, когда человек просто бегает по кругу, жрет все айтемы и просто-напросто убивает. Здесь, конечно, динамика не такая, но делать стараются точно так же, чтобы как бы предотвратить такую ситуацию, когда соперник соберет там желтых арморов 3-4 штуки и просто-напросто пойдет и всех просто поубивает. Вот. Эвил пока чувствует себя очень хорошо. И вот против Паши. Давайте лучше, наверное, Пашу включим. У Паши сейчас 2 сотки армора. А сколько FPS на стриме? На Огниде 40 XL, а на Экспанде 30. Вот тут, как только я тебе начал говорить, тут тоже какая-то вата начала закатываться. Эвил, ой-ой-ой. С 5-10 армора умирает Павел. Ну, конечно, это не так обидно, как сотка армора умереть. Но четвертый фраг. Ух ты, глянь, какой отпор дает Пашка здесь. И вынужден Эвил отступать, бежит за стеночку. Почему он не взял эту аптечку? Не знаю. Не знаю, почему так поступил Эвил. Может быть, он в какой-то момент подумал, что он сможет дожать. Резко Павел падает за красным. Ну, что он будет делать? Сейчас надо Мигу забрать обязательно. И... Ой, какой просто вылет. Какой просто вылет Эвила. Паша, наверное, сам такого. Опа, это что такое? Здрасте, до свидания. Паша не оттуда. Не оттуда напал, откуда ожидал Эвил. И сейчас на плазме Пазвил прыгает. И если бы немножко пораньше бы запрыгнул, мог бы, наверное, даже Эвила убить. Но сам Сережа лезет здесь на рожон и получает очень много дамаги. Хотя и сам плазмы попадает почти как в прошлом матче. И гляньте, ему удается сделать фраг. Он там парочку аптечек, видимо, съел. И к тому же еще забрал желтый армор. Подобрал электролобзик, как всеми любимый комментатор теперь выражается, который на стриме у Shadow частенько бывает. И... Собственно, зашафтил Павла. Павлу главное не наплавить сейчас. Потому что счет такой неприятный, конечно. Но, в принципе, для Эвила тоже он не означает однозначной победы. Вот, по коленкам летит базука. И забирает еще красный Эвил. Но Мигу-то должен Павел отконтролить. Ракетджампом он уходит.
такое ощущение было, что он не с первого ракетджампа ушел почему-то. И очень хочется Эвилу там зажать, как можно больше дамаги. Ой, а Павел, ты как больно шафтит сверху, нифига себе. Вот Рипер тоже вот прифигел. Как-то, казалось бы, Павел почти не высунулся там, а... Ой, очень больно попал. Посмотрите, сколько хп там осталось у Эвила после этой драки. И сколько у него вообще было до того, как ребята начали всю вот эту вот заварушку. Еще тоже пытается как-то Павел сопротивляться. Но вот с каждым таким отданным фрагом Эвил все ближе и ближе к победе. Вот немножко скапитанил, но на ДМ-13 очень тяжело. Очень тяжело будет у Эвила отбивать столько фрагов. Вот Павел сейчас изо всех сил пытается ну хоть что-то сделать, да. То есть он уже, откровенно говоря, наглеет. Ну, он понимает, что дальнейшее сопротивление просто бесполезно. Пишет форфейт и выходит. Так, а агент с Бэкстином там как вообще начали? Ой, с Бэкстином, с демоном. Все, что-то я забываю про него. Про бельгийского СТФера демона. Все-таки в первую очередь ТДМ игрок, да? Нет, ТДМ, СТФ игрок демон. Но поскольку сейчас СТФ уже не так сильно популярен, он все больше и больше времени, ну, то есть предпочтение свое отдает там ТДМу и дуэлям именно. Так, а вот за ТНчик это уже интересно. Интересно, конечно, в первую очередь, кто выбрал эту карту. И интересно это тем, что посмотреть, чем же все это закончится. Так, а у меня что там? Просто Эвил, да, был на стриме, поэтому ничего не было ясно. Ну что, давайте я... А, упс, куда я собрался? Тут уже ребята продавили в пол нужную кнопочку, в клавиатуру просто... воткнули, и респауны первые довольно для Эвила неудачные. Он сейчас, интересно, Паша что будет делать? Он с шафтой выходит, очень с шафтом выходит и красную еще забирает. Ну, я, честно говоря, думал, Эвил немножко наглее сыграет здесь, но побоялся он, да, видимо, все-таки уже научился, так сказать, не делать вот таких вот ошибок, то есть таких вот аркадных действительно действий, потому что Пашка-то, наверное, попал бы там очень много. На миге он поджидает энеми, слышит, как ракетджамп делает Эвил, и если бы Эвил сейчас на мигу бы упал, наверное, Павел бы выскочил. То есть он надеялся, да, что Эвил будет падать на мигу, а Паша его примет, да, то есть шафтом как-то вот выпрыгнет. Там единственное, что надо учесть, это, то есть как только enemy спрыгивает с красного армора, в этот момент сразу его надо начинать шафтить. Потому что если начинаешь его шафтить где-то там на половине пути, да, или там, может, он уже какое-то расстояние до дна пролетел, то его надо, то его уже, короче, не остановить. Эвил как бы там ракету бы какую-нибудь попал, а там уже можно... И уже на респауне готовить место себе, выбирать. Потому что если одна ракета взлетает, потом шафтить очень тяжело. Так, на красном Пашка попадает одну рельсу. Вообще попадает даже две. Ну, тут уже очень тяжело сейчас с этой мигой. Я не знаю, Паша, ну, как-то он слишком дерзко от этой миги отошел. Что ж он чуть мигу не отдал с фрагом? Ну, опасно очень играет Павел. Может, мне в какой-то момент показалось, что он вообще оттуда уходить собирается. Сейчас просто нужен хороший рокет. Но не судьба. Не судьба. Паша промахнулся. Да. Какой-то сумасшедший опять какая-то драка. Ну, да, слишком большая динамика, как бы тяжело что-то говорить. И тут Эвил лезет драться. Павел просто бегает по респам и... Просто ищет Эвила. Интересно, что будет происходить, когда вот
Эвил обратно все-таки себе контроль вернет. Я надеюсь, что на этой карте такое произойдет. Частенько бывает такая ситуация, что вот Павел сейчас может еще несколько фрагов сделать, да? Там может быть 2-3. А потом Эвил как бы перебьет у него контроль, и Павел начнет халдить. Вот, просто блестящий рейл от Павла. Он, ну, каждым таким рейлганом он как минимум секунд на 20, на 25 во времени передвигает, да, возможный перехват инициативы от Эвила, потому что такой рейл, он сбривает там полтора желтых армора, и Эвилу надо идти опять что-то там, не знаю, подъедать, чтобы уже Павла где-то были хоть какие-то шансы принять. Еще один чудесный рейл от Павла, идет он на мигу, знает то, что она должна спавниться скоро. И подбирает еще и мегахелс. Ну, слушайте, у Паши просто все очень хорошо. Давайте я быстренько аккуратно покажу. 40 рокет, 32 шафт, 63 рейлган. Не боится даже Павел вот так вот падать на Сережу. Знает он то, что шафта, да, нету у него. И вот, соответственно, Эвил тоже сам, конечно, крутой ежик. Не боится там 100 на 0 драться, когда у Паши там в запасе 150 армора. Очевидно, что как бы он очень мало что сможет сделать гранатами. Я не знаю, каким-то чудом он откинул Павла с миги и подобрал айтем. Опять-таки, получив рейл, он сейчас имеет очень призрачные шансы здесь на красном арморе. Только, может быть, как-то Пашу подрейлить. Вот, даже, видите, так не хватило терпению, кажется, Эвилу, да. Вот меня вот этот респаун радует, конечно, который добавили прямо напротив красного армора. Такая-то, конечно, чушь. Просто, то есть, стенами забирает красный, убивает тебя, ты там как-то армор атакуешь. И ты это опять там спавнишься, ловишь опять там, да, вот, все вот эти плюшки. Ладно, был респаун там вдалеке, да, вот на третьем этаже, где шотган. Не вот здесь вот, да, где Павел, а в другом коридоре, да, был спаун. Там хоть далеко, там, да, там энеми может, ты можешь респ заделеить, и энеми может не попасть. А в тот, как бы, ну, тут тоже можно заделеить, но все-таки туда легче попасть намного. В этот респаун на красном, где рядом с аптеками, который... Чем попасть, как бы, в тот, который вот там на шотгане и далеко. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так, ну... Вот Эвил вроде как фраг сделал. Сейчас еще и красный заберет Паша. Перчатка его потроллил немножко. И вот Эвил начинает какие-то фраги пытаться сделать. Павел, кажется, там на плазме был, да. Не стал злой отконтроливать шафты рокет-ланчера. Решил просто гнаться за соперником. Тихо спрыгивает, да, чтобы... Павлик не заметил вот разницы, да? Что кто-то там где-то прыгает, да, чтобы прыжка не услышал. Чтоб атака была неожиданной. Ну вот мегахелс уже лежит. Эвилу не обязательно на него прямо сейчас срываться. Поскольку Павел там где-то на плазме халдит. И я вообще не думаю, что... У Павла вообще, по идее, нет ни одной причины, с которой он по которой он должен просто, я не знаю, идти и принимать бой против Эвила. У него вообще все зашибись. 11 фрагов в 3 минуты сделать для ЗТН это что-то на самом деле невероятное. Конечно, все насмотрелись на эти сумасшедшие переезды там на последних секундах, да, когда один игрок там ошибается, бывает, и пытается атаковать. Ну, вот то, что сейчас происходит, может быть, Паша фрака отдал, но он очень много дэмэджа нанес, как вы видите. И почему-то мне казалось, что он хотя бы один из айтемов-то унесет. Очень интересно заспавнился, что он вообще ничего не взял. Если только на нижнем желтом, может, где-то. Есть у него там желтый армор? А, слушайте, у Павла даже много есть еще. Эвилу так не пробить его будет просто. Никак, вообще никак Эвилу просто не увернуться.
от сумасшедшего рейлгана. Паша просто выше всяких похвал. Очень много попадает. Еще раз его аккуратно смотрим. На протяжении 8 минут, то есть он попадает вот с такой вот точностью, что против Эвила, ну, довольно много. Ну, конечно, Эвил тоже сам лезет и, может быть, именно опачки! Гранаты тут какие-то пытался Эвил исполнить, наверное, уже от полного отчаяния. Ну и доигрывает сейчас матч, может быть, для того, чтобы как-то продумать будущее. Вообще, Эвил, он никогда фарфейт практически не пишет, он всегда играет до конца. Даже если там игра безнадежно проиграна, как сейчас, он все равно играет до конца. Не знаю, с какой целью, может быть, пытается как бы держать себя в руках, а может, он просто намеренно пытается сильнее проникнуться, да, своим соперником, как-то понять его стиль, предугадать возможную игру на следующей карте, ну или просто банально расстреляться. Думаю, попозже мы присоединимся к агенту обязательно. Если его матч не будет сыгран 2-0 только против демона. Ибо если там будет 2-0, то, наверное, к концу третьей карты мы уже вообще никуда с вами не пойдем. Да, Павел просто встал, понимает, что это ГГ. Ну, игра, конечно, получилась не очень интересной, что на первой, что на второй карте. То есть на первой карте без шансов проигрывает Павел, на второй карте без шансов проигрывает Эвил. Я надеюсь, что вот то, что ребята взяли третьей карты, какой-нибудь, может быть, Т7, хотя, может, это какой-нибудь Аэроволк, тоже вполне реально, или Токси. А, Т7 все-таки, да? Что здесь хотя бы будет игра немножко поаккуратней, и как минимум просто более захватывающая, более интересная и богатая вот какими-то вот неоднозначными моментами, скажем так. Я бы глянул бы в чатик, что там нам ребята пишут, пообщался бы с вами, но я боюсь, что тут с секунды на секунду буквально ребята прожмут, и мы пропустим первые респауны. Так, единственная возможность есть в скайпе сглянуть. Что-то пишет Зубич. 15 июля, кроме Зотока, еще что-то есть. 2x2 сделать 25 числа, 15 числа, а 1 на 1 28. Пишет Зубич. Это по поводу Лана, видимо, да? А, не-не-не, это самое, онлайн 2 на 2 турнир, там и все такое. Ну, Зубич, как бы ты вот говоришь, ну, я, наверное, Зоток буду стримить, так что ты там смотри. Может быть, GD Arena будет в тот момент. Так, хорошо, смотрим. Последняя карта, давайте. Больше эмоций, больше энергии в космос. Так, повы сбиваются. Смотрим за Эвилом, да? Да, смотрим за Эвилом. Забирает красный-желтый Rail Shaft. Вот такой вот набор полезняшек у него сейчас в опенбаре. И, ну, по состоянию здоровья, скажем так, подбирает Rocket Launcher. Правильно он это сделал. Кстати, представьте, что бы произошло с Эвилом, не подобрав он тот Rocket, который вот лежит на красном арморе. Его бы Павел просто бы огулял бы своим рокетом, и это был бы 1-0, наверное, на первых секундах. И тут тоже Эвил думал, что пробьет, наверное, недооценил немножко стек Павла, потому что выбор вот этого вот рейлгана, так сказать, попытка сделать банановый фраг просто. Ух ты! Эвил тоже что-то, смотрите, какую-то интересную штуку вытворил с плазмой, со спины выскочил и попытался проплазмить. Слушайте, а Павел что-то как-то буйно очень начинает, честно говоря.
пытается, наверное, зажать Эвила, не дать ему каких-то шансов что-то сделать. Под ноги последний рокет неприятный словил. Так, вот... Сейчас, вот сейчас, вот сейчас Павлу желательно забрать один из итемов. За этим не вовремя кончился шафт. Сначала будет красный появляться, но вот тяжело, вот если все-таки Эйвел сейчас его распакует достаточно рейлганом, Павлу будет тяжело за мигой подниматься, но поскольку Эйвел тут что-то навафлил, одну рельсу попал, ну вроде бы, да, вроде бы на мигу вышел, пытается... Интересный прыжок продемонстрировал, да, Павлик. С мостика спрыгнул и... Ну, достойно долетел хотя бы. Вот уже пятый фраг. Что-то я переборщил, да? В плане того, что с надеждой, что эта игра будет интересная, как-то казалось бы настолько, настолько захватывающий матч должен был получиться, но пока что он идет очень буднично. Эвил только вот сейчас вот начал как-то реабилитироваться, попадать забавные вот эти вот рельсы. Ну что, забирает еще и красненький. Хорошо, надо попытаться проатаковать Red Armored. Паша его уносит, в погоню пускается злой. Есть рельса, надо вот сейчас в прыжке в этом обязательно подрелить. Эвил, что ж ты так? Сам словил, а попасть не смог. Печально. И вот что же теперь делать? Знаете, как говорят, что пить, водку или спирт? Не знаю, все такое вкусное. И вот здесь тоже, мигая красный. Что взять? Ну, конечно, надо отконтраливать. Вот сейчас Эвил видит, как противник бежит по мостику красного армора. Но вот это просто был обманный такой маневр. Чтобы, ну, Эннами тоже как бы, да, как-то отвязался. Потому что просто так забрать мигу бы у Паши не получилось. Ну, на красном Паша вряд ли что-то противопоставит Эвилу. Только вот так вот рельсой можно его отпугнуть. От всего того, что... Просто отпугнуть. Что это я мысль продолжил в какую-то непонятную степь. Так, и от мигу уже Павел подобрал. И игра, наконец-таки, игра переходит вот в какую-то... так, ох ты, это что за полет грача, не знаю, полет бобра или какой-то, откуда-то это выражение, я слышал полет бобра, оно как-то мне запало. О, слышит шаф, да, Павел, хорошо, слышит, нет, Эвил в смысле слышит и занял там позицию, отконтроливает. Смотри, Павлик-то тоже хитрый, он знал то, что Эвил его слышал, поэтому он обошел с другой стороны, но вот не получилось у него проконтролить мигу. Да, в общем, я хотел сказать то, что игра принимает более такой более серьезный тактический элемент по сравнению вообще с предыдущими 20 минутами Quake, которые мы с вами наблюдали. Потому что там было бегу, стреляю, все. Как бы, ну и счет. А Эвил, для Эвил это было бегу, отдаюсь, по-моему. Вот сейчас же уже ребята стараются как-то друг друга обхитрить, вот на рейлганах держат дистанцию, да, немножко очкуются драться вот в ближнем бою, вот, мне кажется, особенно Эвил ему, только когда он почувствует определенное, то есть весомое свое преимущество, там, которое будет выражаться двумя сотнями армора, или, может быть, он мигу сможет украсть, тогда вот он, может, и пойдет в ближний бой. А сейчас пока что и Павел его старается держать на расстоянии, а рокет от Паши, и второй в стенку залетает. Какой блестящий фраг, вот там Агат тут пишет в мувик. Да, действительно, фраг был очень хорошим на самом деле. Хотел Павлик мигу забрать таки джампа и почти зашафтил он Эвила, который за мигой там прыгал. Хотел его, так сказать,
Зажать. Не, ну Павел вот этот, наверное, совершил на Красном Арморе просто переломный момент. Поскольку игра уже... То есть его преимущество на карте начало подвергаться опасности, поскольку Эвил то есть накапливал потенциал, то есть очень там уже у него 200 армора было бы с этим красным, он просто взял, упал на него и убил. И теперь вот очень вязко идет игра, и Эвилу крайне тяжело делать фраги, особенно после вот таких вот сингл-рейлганов, которые Паша попадает довольно легко и свободно. Посмотрите еще, какой рейл, как он его запихнул здесь, в коридорчике. Небольшая война случается, и отправляется Эвил рестаться уже 9-й раз. Кажется, да? Или даже 10-й, там, первый респаун, все-таки, если учитывать. Ладно, не будем вдаваться в подробности, все мы поняли, о чем я. И, слушайте, просто как-то Паша сверхуверенно сейчас играет. Не знаю, что ему придало такой уверенности или такой мотивации играть. Может быть, его все-таки очень хорошее выступление на DreamHack'е. То есть не стоит забывать, что он там вроде бы Даханга. Он обыграл Даханга, нет? Я не помню. В группе своей. Не, ну я точно помню, что он Cypher чуть как бы 3-0 не уложил. А это уже как бы хоть... Это уже что-то. То есть он 2-0 выигрывал. На третьей карте там Cypher его, ну, обыграл, скажем так, не сильно, да. Ну а потом там Павел уже там Toxie и Aeroволк проиграл довольно серьезно. Вот, но чуть-чуть он Cypher не выиграл. Я считаю, что как бы его выступление было очень хорошим на этом DreamHack'е. Может быть, это ему прибавило таких вот... какой-то свежий для него, как глоток свежего воздуха, знаете, он может как-то по-другому теперь видит Quake или свое место в комьюнити. Всякое может быть, и действительно очень хорошо играет. Хотя кто-то тут пишет, что Эвил просто не выспался, ну, как бы... Можно сказать, что может и Паша не выспался, да, но он все равно же так попадает. Поэтому факт остается фактом, Павел выигрывает, и причем выигрывает крайне уверенно. На удивление уверенно для меня и, наверное, для большинства наших зрителей, которые сейчас смотрят эту трансляцию или, может быть, будут смотреть ее в записи. Кончается базука у Эвила, и вот смотрите, еще один хорошенький рокет. Последний, кстати говоря, на Red Armor'е тут большая война. Да, давайте покажем аккуроси напоследок. 48 рейл, 30 шафт, 48 базука у Павлика. Просто заструящил плазмой возможный вылет Эвила. Он ни одной, по-моему, плазмы все равно не съел, не поймал. Тут тяжело, конечно, шафтиться, но тем не менее, благодаря жирнющему стеку справляется Павел с этой задачей. Выход в телепорт, наверное, да? Не, не стал его в телепорт выходить, видимо. Подбежал желтый, может забрать. Последний фраг, наверное, на этой карте за Эвилом, но это ничего не меняет, по сути, что Паша проходит финал. Ну что ж, на вчерашнем Rest.su мы видели, как Эвил проиграл агенту со счетом 2-1, и проиграл он ему очень в таких вот тоже потных играх, а теперь мы посмотрим, если все-таки агент обыграет своего оппонента Демона, а я думаю, что он все-таки должен обыграть, то что, то финал будет Павел Агент, и это немножко новая, так сказать, игра. А вот Агент, кстати говоря, уже не на сервере, может быть, прямо сейчас и начнется вся война, надо только запись на Овните застопить. Чтобы потом там
было все красиво. Так, ну что, подошел у нас народ? О, народ подошел, смотрите, 250 человек, но трансляцию смотрит тут 300, ну да, вот 300 человек, и на Овниде еще 250. Ну, 550 человек, ну да, как бы нормально, наверное, для лета это хороший результат, поскольку очень много народу сейчас где-то в отпуске или гуляют в это воскресенье. Так, агент что, зашел на сервер? Да, агент зашел на сервер к Паше и... Смотрите, я почти угадал, да, не 45 минут, а 40 минут осталось. Ну, как бы до финала. Че, Эвил там встал на месте? Заходит Ребов. Что тут случилось? Паша сейчас что-нибудь пропишет. Чтобы Эвила в спеке запилить. Сейчас. Сейчас я ему подскажу. Players, Эвил. Эвил это один. Put S1. Вот так вот. Так, тут на самом деле очень много народу. Я думаю, что сейчас много сюда стримов будет заходить. И все-таки Донатан попросит кого-нибудь кикнуть. Или, ну да, просто-напросто выйти. Т7. Ну что, давайте тогда я не буду делать стоп-записи на Гудгейме. И ребята довольно быстро почеркали. Я даже чат не успел почитать. Ну что ты будешь делать? Ладно, мимолетом. Гляжу мимолетом. Так. Особо никаких вопросов я не заметил. Агент любит поныть, не вариант для финала, но не прав, потому что все-таки здесь русский сервер, как бы ребятам выяснять нечего. Обычно выясняют, там, когда там пинг плохой или что-нибудь в этом роде. Так. Картинки сейчас я посмотрю, отрубил я все, мне надо только повы проставить. Так, пока что смотрим... от агента, друзья, финал 140-го Зотака. Агент против Павла. Павел жестко просто, без шансов обыграл Эвила в своем полуфинале. А агент, видимо, со счетом 2-0 обыграл бельгийского СТФера Демона. И сейчас двое русских игроков из разных команд встретились в борьбе за соточку. За соточку евро. Очень хочется ее отжать как одному, так и второму. Довольно легкие деньги для них, наверное, на этом турнире. Ну и, конечно же, приятные. Все-таки там сколько там, 3,5 куска-то все-таки рублей. Почему бы и не получить? Вот здесь агент пытается с Мигой, да, вот, наверное, переоценил немножко свой стек. Хотел попытаться как-то продавить, именно вот дамаги нанести Павлу в этом моменте. Но Павел уже не тот игрок совершенно, что раньше. Он намного стал серьезнее играть и от всех таких моментов спокойно отстреливается. Хотя вот тут что-то он, по-моему, навафлил, да? И вот здесь еще на респе будет фраг. Бесит, конечно, такие респауны очень сильно. Ну, единственный вариант для Паши был... Ох ты, шотганом выбегает и слабовато, конечно, попал. Вот. Все-таки играя с Мишей в ТДМ, Павел не так же сильно попадает, как он сам. Довольно интересный выбор оружия от агента. Он решил бананом его, да, убить плазмой. Не шафтом, ну просто плазма довольно такое тяжелое для попадания оружие. Но если агент чувствует, что он сможет... Ой-ой-ой, ты что? Аж обратно закинул, лол. Ну, все равно Павел умер. Он там получил прямо по носу базукой. Наверное, это так не очень приятно. Вот... Пытается опять-таки аркадить Пашка. Слушайте, какой-то сегодня квейк вообще неправильный, да? Вы не находите, друзья?
как-то все происходит очень быстро. И вот опять Паша пытается исполнить вот эту вот ерунду с шотганом. Но просто у агента слишком, слишком много хп, и вот там надо убивать прямо сразу одним шотганом, потому что... Почему 3500? 400? Или там комиссия какая? Ну, во-первых, да. Во-первых, есть комиссия, а во-вторых, я как бы за курсом евро не слежу. Я как бы фиг знает, сколько он там, 40 или 35. Мне, честно говоря, немножко все равно. Я в евро... У меня валюта не в евро хранится. Так, Паша здесь на джампаске, и агент... Спешит его дожимать. Наверное, Павел думал, что Рокки там как-то сможет попытаться принять. Но вот здесь для него был шанс. Ну, агент какой-то просто жуткий. Посмотрите, что он. Он из шафта начал нормально попадать. Он что там, фо в себе попилил, что ли? Или сенсу поменял? Неясно. На ошибке пытается игрок команды Deliberate Murder сыграть. Но Павел просто понимает, что без шансов. Просто без шансов. Спектейт и все. Нифига себе, ГГ. Быстренько и со вкусом, да. Павлик пишет. Правильно. Вторая карта ЗТН. Вот, вот тут сейчас на ЗТН, вот тут будет валидол. Друзья, я не знаю. 100%, 100% говорю, будет валидол. Готовьте, у меня тут неподалеку настоечка пустырника есть. Я бы за кипяточком сгонял его развести, но похоже, что придется ее пить так. Ладно, начинаем вторую карту ЗТН. Павел против агента. Так, повы, неясно. Сейчас проверяю на Огните. Павел на Гудгейме агент. Включаем Павла. От агента смотрели на ДМ-13. Хорошо, забирает он еще желтенький армор на плазме, помимо красного. И единственная его проблема сейчас заключается в том, что убивать-то агента будет нечем, если будет ситуация. Вот, не знаю, гранаты, по-моему, все самые вообще беспомощное оружие Павел на карте собрал, которые только можно, да, гранаты, плазма и... А вот и ошибка, да. То есть, соответственно, рейлган в этой ситуации является ничем иным, как бананом. И убивать рейлганом типа, который на тебя падает с лайтинганом, с шафтом, да, его просто не убить, да, даже попадая один рейл, ты все равно умрешь. Ну, Паша каким-то чудом там выжил. Агент довольно динамично начал. Вот пока что Донатан просит слот для стрима. Смотрите, сейчас просто в наглую берет, забирает 50 кп аптечку, и Паша здесь умрет. Да, он не дождался желтого армора. Скоро спавнится мегахелс. Интересно, что будет делать Павел. Забирает сейчас ракету. Слушайте, может это Стрэндс пока под аккаунтом агента играет, как думаете? По-моему, он... Да, шат, конечно, у агента радует. Три фрага смог он сделать очень быстро, и как бы это задает сюжет для ЗТН. Да, сюжет карты сейчас такой, что вот агент сделал три фрага, и вроде бы как игра устаканилась. И должно вот начаться... Паша должен сейчас играть крайне аккуратно, но он как бы будет пытаться напрягать агента, и вот он уже это делает. Интересно, сможет ли он его, так сказать, приструнить и перебить полностью контроль на карте, чтобы в дальнейшем вот сделать вот необходимое количество фрагов для камбэка. Небольшая встреча на гранатах, там очень, по-моему, плохо дерется агент, да, вот чуть не умер, 3 хп у него осталось, ракеджампом Павел забирает красный армор, и тут 50 хп находит агент, хорошо, и начинает ждать желтый на плазме. Не знаю, Паша будет сюда врываться, интересно, или нет. Паша стоит на гранатах и просто ждет выхода агента, а вот сейчас агент
проходит через шотган. Павла здесь не находит. И, ну, естественно, понимает, раз уж и здесь Павла нет, то есть единственное, где может оказаться соперник агента, так это только на мегахелсе. Обидно, наверное, Павлу то, что он рельсу не попал. То есть распаковал бы нормально, а вот тут сейчас уже у агента 200 армора. Как вот с ним теперь вот он, как вот Паша теперь себя покажет? Вовремя начинает агент. Вот, то есть он уже больше дамаги нанес из-за того, что начал шахтиться. Еще к тому же мигу подобрал, правда чуть не умер и... Ух. Смог все-таки очень четко предсказать, сколько хп осталось у Павла, да, то есть Машной пытался его добить. Такой стопроцентный фраг для агента, не стал рисковать, там рельсу какую-то доставать, потому что Павел тоже мог ответить по таким подобным выстрелам, и могло все получиться очень-очень по-другому, скажем так. Подобрав красную, я думаю, что агент начнет себя чувствовать намного уверенней. Здесь на карте еще и желтый подобрал. Плазму отконтроливать не стал. Аптечки. Ну, сейчас он будет просто стоять здесь и ждать красный, скорее всего. Вот он слышит, сейчас Павел выпрыгивает. Парочка хороших рокетов. И enemy падает вниз. Это, в принципе, все, что, наверное, надо было Павлу вот в этой ситуации. Вот он ругается. Вот не подраться ему теперь за этот красный, как бы, да, снизу. Так он, может быть, там мог попытаться что-то сделать. Ну, хотя бы хоть как-то там, да, вот, рокетом поиграть, пострелять. Ну вот у агента опять 200-200, мажет Павел рельсу, зато какую попадает агент. Выход в телепорт резкий, с исходящей такой контролечкой, которая мажет, но Павел, он просто пока что только умирает. Ничего он пока что не может сделать. Похоже, что это, друзья, второй зоток, который я предсказал, кто выиграет, да? На прошлой неделе я тоже победителя предсказал, я сказал, что выиграет Эвил, и выиграл действительно Эвил. А сейчас вот я в самом начале сказал, что мне кажется, что агент выиграет, и похоже... Ну, я просто смотрю по игре и действительно... Да, Паша, ты что творит, пока я тут разглагольствовал? Он попал сколько? 4 рейлгана он попал? Блин, не знаю, позвоните кто-нибудь моей маме, скажите, что тут зоток просто офигенно идет. Ох... Жесть, просто жесть происходит. Паша пытается выйти на контроль сейчас. 3 секунды. Вот еще одна рельса. Ну вот, вот, все. Паша поймал свою волну. Сейчас ему надо просто вот еще мегу забрать. Да, обязательно он видел, как агент вышел туда на... забрал сейчас желтый. Он на плазме вернулся туда. Интересно, сможет ли Павел продемонстрировать вот, игру в стиле агента, как вот он. Вот если бы агент вот сейчас играл, да, вот при контроле, он бы Паше не отдавал бы, может быть, даже ни одного желтого. Вот вчера мы смотрели, как он с Эвилом играл. Он, по-моему, 2-3 цикла девайсов собрал, да. То есть, ну, очень-очень жестко. Отконтролил весь ЗТН. Тяжело с ним было бороться, без стека, естественно. И он даже в каких-то глупых там наломах, да, когда любой нормальный человек против Эвила бы просто, может быть, рельсу бы достал, попытался бы его только порейлить, агент брал в руки какое-нибудь оружие для того, чтобы ну, как бы непосредственно делать фраг, типа рокета или шафта, и просто шел в атаку, которая заканчивалась ну, фрагом, благодаря тому, что у его соперника там 25 армора всего на шардах мог собрать. А пока вот и Пашка... Ну, он попадает, конечно, желтый, он теряет армора, но все-таки одну рельсу он попал, это очень важно. Сейчас лежит красная броня, агент, естественно, не наглеет. Павел, думаю, может быть, что enemy его здесь поджидает и хотел так сказать. Опа, агент уже желтый на плазме забрал и убежал. Убежал непонятно только как, я вот не вижу. Попал ли Паша этот рейл? Вот он зря сейчас, по-моему, вот этими рейлганами пытается агент убить. Он просто за ним бежит, посмотрите. Он просто за ним бежит и теряет по дороге весь свой стек. Агент понимает, что он очень много рокета попал. Развернулся, достал шафт и сделал просто изи фраг. Ух, Паша спешит, очень сильно спешит.
Сейчас вот он уже рейлганом дерется с агентом. Ну тут уже просто не выиграть ему, он понимает, и поэтому начинает исполнять всякую катавасию. Тем не менее, попадает. Пишет Фарфейт, это 2-0 для агента. Да, забавно, конечно. Говорит Павел то, что агент крысит, но на самом деле это, конечно, далеко не так. То есть Павел какие-то, ну, он вначале очень много там фрагов отдал, но ему нужно сейчас просто, не знаю, сесть в позу лотоса, открыть чакру и принять энергию из космоса, как-то успокоиться, может чайку попить, личико холодной водичкой умыть, потому что то, что сейчас Павел исполняет, это не та игра, которую он должен показывать, я считаю, в первую очередь. Но агент просто держится молодцом. Ну что, возможно, последняя карта на сегодняшнем зотоке. Это, наверное, будет самый ранний зоток, который только когда-либо был. Ибо сейчас только 26 минут 8-го. Расставляем повы, смотрим от агента. Ресается он на центре карты, видимо. И очень часто я говорил, то, что это самый паршивый респаун. Это 7, который только может быть. Я аргументировал свой ответ, я не буду сейчас вдаваться в подробности, потому что это можно растянуть минут на 5. Я могу как бы растянуть свою мысль, поэтому давайте лучше просто посмотрим. Здесь сейчас на красном Паша пытается опять-таки дать аркадный бой. Ну, не сколько аркадный, но просто он у него, как бы так сказать, не задался, да, вот сколько у агента здесь осталось. Даже мега какая-то у него осталась, кажется. Просто, может быть, не с позиции Паша стрелял, потому что... Ну, он когда ты спешишь, ты стреляешь не с позиции, так всегда. Поэтому спешить Паше нельзя. Вот сейчас агент, конечно, тоже очень дерзко поступает. То, что прыгает на мегахелл с этой сотки армора, он, на мой взгляд, недооценивает Пашу. У него там у самого осталось 20 кп. Это 20 кп, это 4 шафтинки, да? С учетом того, что Павел стреляет... Ну, скажем, 40% шафт, ну, 30, ладно, давайте так, 33,3% шафт, да, то это как бы 12 шафтинок, да, получается. Если вот так, такую вот арифметику вести, ну, там 33-35% шафт, да, то есть ориентировочно сейчас я говорю. В той ситуации, кстати говоря, может быть там и все 40 или 45, когда стрейфиться агент не может. А в таком случае это там вообще там 8 шафтинок. Вот. Это довольно, довольно мало, как вы можете понять, ибо скорость струи, она просто очень велика. Бутербродик легкий попадает сплэшем рокетом, задевает агент и идет контролировать нижний желтый, знает, не палится, пытается подловить, не выходит. Хорошо, теперь надо агенту немножко отступить, уворачивается он от всех рейлганов, понимает то, что Павлик будет забирать сейчас нижний желтый, верхний желтый армор, точнее. Опа, мигу еще Павел унес, а что-то агент как-то очень пассивно начинает отыгрывать. Посмотрите, по сравнению с ДМ-13 и ЗТНом, агент, по-моему, сбавил обороты, и смотрите, ждет сейчас желтый армор, а Паша, по-моему, где-то здесь. Ну да, вот он на красном был. Пытался его агент подловить. И занимает. То есть пытается сейчас мигу забрать агент. Хочет ее взять, поэтому пораньше сюда пришел в комнатку. Правда, вот несколько рейлганов получил. Или один получил, я как-то не особо заметил. Хорошо, будет ли агент идти на красный? Нет, опять не идет, смотрите, все хорошо. Просто по кругу бегает, забрал мигу, идет контролить нижний желтый. Сейчас вот забирает красную и тем самым позволяет Павел агенту забрать. Ну, вообще, может, это даже к лучшему. То есть он сейчас занимает позицию на миге выгодную, Павел. И агенту, если Павел все сделает правильно, он, может быть, сейчас какую-то интересную засаду нам продемонстрирует. Выходит телепорт, Павел этого не ожидает. Немножко дамаги получил лайтинганом и еще отдал мигу. Промазал рейл. Единственное, что сейчас может сделать Павел, это спуститься на красный, его забрать. А тем временем агент спешит отконтролировать нижний желтый армор. Слышит, как рейл забирает. Да, Павел забирает рейл, агент падает сверху. Включает шафт, но Павлик тоже не просто попадает. Много базуки, выход в телепорт, и Павел за ним. Хорош, 1-1. Слышит, точнее, респаун. Должен сейчас отконтролить шафт, все правильно делает Павлик. И вот, очень мало хп у агента сейчас.
Надо спешить на красную. Ну, по крайней мере, отрейлить надо. Хорошо, Павел делает. Правильно, правильно. Надо, надо драться здесь. Правильно делает. Это не аркада, ни в коем случае. Это грамотная... Грамотная очень атака от Павла. Надо сейчас тащить. Надо, надо выигрывать эту карту обязательно, иначе... Домой. Иначе остаток воскресенья придется проводить без денег. Делается красный армор, ровно заберет его Паша, я полагаю. Да? Паша любит все ровно забирать, если вы заметили. Ага, слышит, как агент забирает. Удалось ему еще его отрейлить. Так, вот видите, как получилось. Агент уже не смог показать вот, того активного квейка, который он показывал на прошлой карте. И здесь ему намного тяжелее стало играть. Павел, правда, что-то навафлил тут. Сейчас красный отдаст. И Мигу забрал, красный отдаст. Верхний желтый заберет, пойдет контролировать нижний желтый, я думаю. Но это будет читаемо, и агент ничего не словит, мне кажется. Ну, даже агент туда не пошел, смотрите. Просто забил на этот армор. И решил, наверное, немножко похолдить пока что, пособирать стека. Паша тут спрятался за этим столбом. Я так тоже очень любил какое-то время делать этот приемчик. Я посмотрел у Сайфера, наблюдал, как он так принимал ребят, которые на красный дерзко летят. Смотрите, Мигу идет отконтроливать. Здесь еще лежит красный армор. Нельзя сейчас дать агенту уйти отсюда. Ай, Паша ошибается. Ну, будет ли агент падать на красный, потому что здесь уже есть Павлик. Ага, побоялся, да? Вот он сейчас забрал нижний желтый. И вот где в этот момент агент? Ага, понятно. Агент, кстати говоря, 200 армора. У него там где-то на центре карты, да, тусуется. Ждет верхний желтый Павел. Слегка его дилея, думает, может быть, энами. Ну, пытается, может, заманить как-то соперника. Вот опять девайсы в одно время появляются. И агент где-то на гранатах там халдит. На Мигу он опять-таки не успевает. Или успевает, прыгает. Шафт Паши. Просто кривой, очень кривой шафт. И удается агенту унести мега хелса. Я напоминаю, что до этого у агента было 200 армора. И сейчас стек, возможно, даже объемней у Коли, нежели чем у Пашки. Вот он пытается дать бой. И Паша зажимается, пятится назад, как рак. Ну, в хорошем смысле этого слова, конечно же. И умирает тут от базуки агента. Да, конечно, очень агент хитро сейчас поступил, сыграл. Но вот Пашка с распа подобрал шафтец. Как он сильно сейчас распаковывает агента. Падает, но... игрок команды IP тоже не прост. Попал он на эту рельсу. Довольно важно, потому что Павел, наверное, бы бросился за ним в погоню. И, наверное, смог бы даже бы добить. Если бы не этот рейлган. Счет становится 2-2. И игра принимает очень такой пикантный характер, скажем, что 3 минуты и очень туманно будущее, как говорил один из джедаев. Йода так говорил, если вы помните. Мигу забирает Павлик, ну тут на красный боится, да, агент боится, но все-таки решил забрать, да. Будет ли Павел наступать на желтый, понял, что он там как-то промедлил, да, дал слабину, и вот несколько буквально вот доли секунд агент выиграл, и благодаря этому смог спокойно забрать и там даже подшафтить немножко. Так, надо сейчас красный отконтролить агенту, но он не хочет его рейлить, да, вот он хочет аккуратнее забрать. Просто Паша мог бы забить на этот красный в таком случае и прийти на Мигу. Он этого не стал делать, наверное, побоялся, да, вот опять-таки, что у Паши там, да, у Паши просто очень, не так много хп, а вот агент здесь, я не знаю, это была очень неприятная для него ошибка, то, что он не смог в ответ демеджа нанести, то есть Паша ему там наструячил, там, чуть ли не 200 дамаги, а агент ему вообще ни одного рота даже сплэшем не попал. Так, вот 5 секунд до Миги, Пашка врывается, попадает в рейл, хорошо, вот агент уже не такой наглый теперь будет. И что делать-то агенту? Забирает он 50 хп аптечку, красного не будет, верхний желтый через 5 секунд. Он пытается слушать, как Павел действует, уходит через шарды, откидывает контрольку, спускается на желтый, забирает.
Тем самым Павел, кстати говоря, мажет рейл. И вот сейчас будет идет от контроля, наверное, нижний желтый. Интересно, будет ли агент принимать на гранатах? Нет, боится. Очень боится агент сейчас энеми своего. Чувствует, что не сможет его перестрелять. Вот, вот этот рейл дает агенту чуть-чуть побольше свободы действий. На Т7 еще один хороший рейл от агента. Так, смена позиции, бежит на красную. Очень тактически грамотно играет Николай Майоров сегодня. Это видно невооруженным глазом. Входит на шарды. Чуть-чуть прошафтил. Зажимает Павла, но вот из-за того, что опять-таки по лестнице тут отходил, тоже так. Вроде бы немного времени вот был он на, так сказать, открыт для атаки. Говорят, агент играет с таймерами. Размен по фрагам. Очень интересный термин был, когда я как-то давно, правда, занимался боевыми искусствами. Есть такой термин у них — линия атаки, выход на линию атаки. Вот агент очень недолгое время, казалось бы, находился на линии атаки, но благодаря тому, что он стрейфился просто как не знаю кто, там за это время очень много шафта съел. И сейчас вот у Павла очень опасная ситуация. Кончается у него базука, но агент, кажется, этого не понял. Он, представляете, если бы он на него ворвался. Первый овертайм у нас пошел на Т7. И красный армор на этом овертайме достается агенту. Паша очень аркадно сейчас играет. Он ждет мигу. Он умрет сейчас. Да ладно, выживает. Ну, ловкач, ловкач. Чуть... Почти справился. Почти справился он с агентом. Даже, кстати говоря, несмотря на то, что в такой отвратительной позиции находился. Проскакивает сейчас на шафт. И интересно будет... Не хватает рейлгана в вепонбаре Паши, чтобы на дальней дистанции. Но вот видите, у него очень большой стак по армору. Возможно, Павел хочет завершить сейчас эту карту, вот, имея... Ну, как бы вот Паше надо действительно сейчас сделать фраг, потому что второго шанса может не быть. И, но делать его надо очень аккуратно. Сейчас вот он видит агента. Рейлгана, кстати, интересно. Есть у агента рейлган? Нету рейлгана у агента. И вот просто в наглую падает Павлик и зажимает. Зажимает, конечно. Делает все-таки этот фраг, очень важный для него. И теперь главное просто тут не затупить. Главное не затупить. На мигу выходит. Все-таки хочет Павел обезопасить, да, вот все-таки какие-то гарантии получить на свою победу, не дав агенту забрать мегахелс. Сейчас кончится базука. Да Паша, что ж ты творишь-то? Ёшкин кот, сейчас умрет весь. Ай, Паша, терпи. Хорошо, выжил. У агента, видимо, тоже кончился шаф. Я вообще пропустил то мгновение, когда у Паши стек просто опустился до там 36 хитпоинтов. GG, пишет агент. Хорошо сыграл Павел, конечно. Вот Павлик сейчас что-то, видимо, напишет, да? Не, просто написал ДГ, не стал вдаваться в высшие материи. Спокойно отреагировал. Ну что ж, главное, что Паша действительно хотя бы одну карту отжал. Так, значит, мы сыграли. Остались Аэроволк и Токсисити. Карты очень интересные, на самом деле, для просмотра, потому что... вот. Сможет ли Паша там выиграть? Вообще, Паша, по идее, должен выигрывать Аэроволк и должен выигрывать Токси. Вот сейчас вот... Но, по-моему, последний раз, когда эти игроки встречались между собой на Токсисити, Паша проиграл. Что было для меня, вот, на самом деле, большим удивлением. Ох, я бы с удовольствием заглянул бы в чатик, друзья, почитал бы комментарии, что вы мне пишете, но я думаю, что у меня банально не хватит времени на все про все. Матч прямо сейчас начинается. Синхронизируем повы и врываемся в просмотр. Удачи желает, кстати говоря, Павел своему оппоненту. Спавнится удачным образом для подбора миги. Подбирает ее, естественно. И еще сверху Rocket Launcher идет, отконтроливает шафт или рейл. Нет, рейл хотел отконтролить, но... Так, вот Паша сейчас будет тяжело играть тем, что у него нету оружия дальнего боя. Ему необходимо хотя бы шафт подобрать сейчас, чтобы, ну, хоть как-то... он еще и рейл забирает. Ну все, вообще отлично. Позицию на красном занял. Теперь главное просто хорошо принять агента. Вот он ждет, что он придет. Вот смотрите, променял Паша позицию. Вот зачем? Зачем он так сделал? Спокойно бы красный забрал, мне кажется.
Правда, два великолепных рейлгана попал. Агент в ответку только один попадает. И, ой, тут чуть, если бы Паша дернулся, получил бы лицом, наверное. В лицо, точнее, бы получил такую базюльку. Вот уже идет отрейливание со стороны игрока команды 102. Агент врывается, пытается шафтить. Может быть, чувствует свое преимущество. По стеку, вот зря упал. Зачем упал, агент? Ты чего? Ты чего? Так упал неприятно. Получил там очень много шафта. И, соответственно, вату закатал успешно. Аптечки нету у Павлика. Сейчас бы вот апельсинчик бы найти и на мигу бы ворваться, да? Но нет, не судьба. Агент там мегахелс забрал. Придется довольствоваться вот этими вот маленькими 25-хитовыми аптечками. Ну, они, конечно, не такие уж-то и маленькие на самом деле. Я бы даже сказал, жирноватые. Вот он три штуки съел. Это почти как мега, да, вот, когда у тебя 15 хп. Можно сказать, что и так. Вот скоро арморы спавнится. И Паша такую забавную позицию занял. Апельсину съел, рельсу попал. Красный отконтроливает. Заберет весь красный, правильно? Да, красный заберет, будет сейчас размен. Не, ну агент тут не сможет издеваться. Паша здесь уверенно, так сказать, чувствует почву под ногами твердую. Поэтому его там убить было бы крайне тяжело. Так кругом круг сделали ребята, пока шафтились. Никто пока никого не убил, но дамаги попали друг другу очень много. Вот Пашке сейчас хочется рельсу попасть. Нет, не удается. Идет он забирать мигу. Ждет выхода в телепорт. Стоит на бортике, чтобы контролька снизу не залетела. Ага, забирает. Попал сам. Попал вниз. Попал еще рельсу. Можно следующий попытаться убить агента. Я думаю, что у него не хватит стека. Но он включает шафт. В ближнем бою нету. Агента бы хватило бы хитпоинтов. Но у него бы осталось после этого рейла настолько мало, что его было бы очень легко убить даже каким-нибудь машинганом. Не, ну машинганом переборщил, шафтом было бы легко его убить, точно. Так, и вот Паша чего-то начинает впитывать, чего-то он начинает впитывать. Ему сейчас впитывать нельзя, ему надо копить стек. А он пока что только умирает. Ну, посмотрим, как в дальнейшем будет развиваться. Все-таки Токси это не карта там первых четырех фрагов, да, мы это знаем. Такое можно сказать там о любой карте, ну вот кроме Токси и Аэроволка, в принципе. Потому что здесь вот все-таки... Не, ну на Токси, по-моему, как-то контроль полегче отбивать, чем на Аэро. Ну, благодаря тому, что здесь как бы два желтых армора есть. На Аэроволке только один желтый армор. Правда, там еще два зеленых армора есть, но они, так сказать, разбросаны. Их надо собирать, до них еще добежать надо. А поскольку карта Хаб 3 Аэро очень открытая, то получить рейл там не составляет абсолютно никакого труда. Опа, желтенькая броня. Гранаты летят, бабаточки от Павла. Нету аптечек. И если бы были, может быть, и перешафтило бы, да, с учетом того, что у агента... ну, много армора, но хп у него нету абсолютно. Еще следующая рельса агента убьет, видит, он аптечку хочет подобрать. Пытается Павел, конечно, здесь бороться. Этой бы рельсы бы ему не хватило для того, чтобы убить. И вот он терпит очередное такое мини-поражение на Пука 3 Торни 2. Слышит, как Павлик там жужжит. Не, ну агента здесь лицо не убить. 100%. Его можно распаковать, но убить его не получится. Вот как агент отстрейфился, интересно. Прямо под ракету. Прямо под ракету Паши. И благодаря этому удается Павлику все-таки сделать этот фраг. Вот, он ему очень нужен. Я думаю, что Паша, если сейчас сыграет на все 100%, да, она покажет максимально правильный квейк, который он может показывать, то он контроль не отдаст и в дальнейшем должен победить на этой карте. Вот после, вот сейчас вот он уже контроль один раз отдавал, теперь ему контроль нельзя отдавать. Он второй импрессив зарабатывает, подрейливая агента на шафте и вот делает очередной фраг. Ну, я думаю, что комментировать каждый фраг на Токсе это просто с ума можно свихнуться. Давайте просто посмотрим аккуруси. Приемлемый. Приемлемая точность у Павла. Я бы даже сказал, что
хорошая, не то что приемлемая. Ну, тут очередной фраг на самом деле должен быть, но вот тут агент там в угол забился и боится Павел стек терять, да, не хочет его дожимать пока. Боится все-таки он то, что enemy сможет дать отпор. Интересно, Паша дилейть будет, но их не стал. Хотя на самом деле стоило бы. Я пытаюсь просчитать шансы на камбэк от Павла. Тут, уже игра подходит к концу. Фейлит рокетджамп агент. Понимает, что фейлит его очень даже зря. И плохой респаун у агента. Очень плохой. Ну как он оттуда убежал? Он сейчас еще и мигу заберет. Ух, ну, глупость агент совершил. Наверное, просто не знал, да, что лежит мега. Если бы он мегакелл смог забрать, вот, ну а теперь тут, вот он уже плохо-плохо все делает. Павел пытается помешать агенту, как бы, забрать один из итемов. Да, вот удалось его подрейлить. Наступает дальше углами. Коля оббегает. И сейчас вот, да, на аптечках Павел подлавливает. Хорош. Хорош! Я уже думал, там мигу. Сейчас агент сможет унести. С респа подрейливает. Неплохо. Агент начинает прятаться. Ему уже нельзя прятаться. Ему надо стараться как-то отрейлить Пашу. Вот именно взять рейлган в руки. И вот он уже спалился. Ну, хоть ушел. Хоть ушел отсюда. И будет ли он ждать красную? Да, вот хотел подождать. Но что ж он опять творит? Он падает вниз, рокетджампом вновь уходит, дает красный армор Павлу. Забирает аптечки, пропускает один рейл. Айтемов, точнее, на карте не лежит вообще. И сейчас такой вялый агент, просто ватный. Его просто сплэшем от рокета, наверное, можно добить. Да, у него там 14 хп осталось. Правда, вот никак не хочет агент умирать. Жестко, очень жестко халдит. Он понимает, что каждая секунда... Ой, он мигу унес! Попал еще ракету по зубам Павлику. И начинает сейчас спешить. Нет, отступает. Правильно, правильно, Павлик. Не стоит лезть. Сейчас надо немножко собраться с мыслями. И вот сейчас вот... это неприятный рокет. Получил, и второй летит прямо... Опять на минус сотню хитпоинтов. Ну, здесь вот он хоть распаковывает, желательно было бы рельсу эту попасть. Идет отконтроливать подбор аптечек, возможно, Павел там хотел рельсой как-то попасть. Но вот агент знает, когда рестрится мега, и, соответственно, приходит туда, отгоняет Пашу. Ну, неужели это конец для Павла на этом зотике? Я не верю, что он опять проиграет Токси агенту. Выходит, хороший рокет, но сам очень много дамаги. Ну, не то, чтобы много, у него мало хп, чтобы впитывать. Сейчас... Очень тяжело. Очень тяжело приходится Павлу. Он попадает еще один рейл. Ждет аптечки, запрыгивает, забирает. Агент просто халдит уже. То есть откровенно нагло халдит. Ну что, вот фраг, будет ли? Будет ли камбэк? Видит рез. Хорошо, шафтит, заходи на красную. Давай, давай, в жижу. Хорошо. Еще один респаун у агента. Где? Халдит немножко он респы. Забирает мигу Павлик. Видит на шафте 5 секунд. Остается до конца. Подреливает Павел. Выходит на линию атаки. Делает рокетджамп, но столб. Просто столб. Друзья. Ой-ой-ой, плохо. Не удалось сделать камбэк Паше, но эпично получилось так, довольно эпичненько, скажем. На Токси, ну и на Т7 тоже очень хорошая игра, а первые две карты это фу-фу-фу просто. Паша там отвратительно сыграл. Ну, теперь можно, собственно, и в чат глянуть.
на Empire TV глухо, конечно. И на СК2 ТВ, что довольно странно. Что ж там такое интересное идет? За Пашку обидно. Да, там нормально. Калуга гуляет сегодня. Исполнял Пашка как на паблике. Ну, на первых картах действительно он не очень хорошо пробовал. Так, у нас сегодня сколько? 600 зрителей на трансляции было. Приятно. Хорошая цифра. Твоенкома крысится, в Кулайме крысится. Ну что такое за человек, агент? Когда 102 против СИД, то говорят, что 10 июля. Вот сегодня первое, соответственно, через 9 дней. То есть через неделю, еще через 2, соответственно, в следующий вторник. Получается, 102 против СИД-то, финал Еврокапа. Ну что, мы закончили сегодня очень рано. Будет ли сегодня еще какие-нибудь трансляции? Ну, может быть, мы сейчас немножко с румынчиком поиграем 2 на 2. Это не ясно. Я бы на самом деле бы поиграл. Вот. А что касается каких-то других вот конкретно трансляций, то не знаю, может быть, там, если Юджио подойдет, там, может, какая-нибудь Diablo 3. Опять мы там поиграем. Аккуратненько. Квейкон 2, 5. Давайте, давайте, гуся, форса гуся, да, гуся. Сейчас что делать до футбика? Ну, не знаю, может быть, мы сейчас... Я вот, румын, скажи мне, ты издеваться сможешь? Сможешь издеваться, да? Ну, хорошо, тогда давайте. Я сейчас... Да, Diablo 3 на самом деле действительно фейловая игра. Там столько багов, это ужас. Я собрал уже все, честно. Я вам честно признаюсь, я... По-моему, все, что только можно, все баги собрал. Давай ТДМ, а потом футбол. Ну хорошо, тогда я звоню румынчику, и мы начинаем. Мы B4 на 4. Зубич, а с кем? Не с кем играть-то. Сейчас я гляну. Может быть, действительно 4 на 4. Либо можно тогда на пикапе сыграть на русском. В таком случае, да, надо только запись отключить. Да, друзья, кто сегодня приходил смотреть Зоток, спасибо. Дальше будет продолжаться, так сказать, неофициальная часть нашей трансляции. Вот, поэтому запись я останавливаю.